Твери продолжают бороться со стихийными свалками и штрафовать нарушителей. Очередной навал мусора в неположенном месте сотрудники администрации города обнаружили на пересечении Бурашевского шоссе и улицы Южная, рядом с торговой точкой. Я взял у вас чек на кассе. Такие же чеки здесь, в мусорном пакете. Где ваш контейнер? Куда вы мусор складируете? У торгового павильона нет ни специальной контейнерной площадки для сбора мусора, ни евроконтейнера. Сотрудники магазина просто оставляют мешки с отходами у дерева, рядом с Бурашевским шоссе. Это прямое нарушение не только муниципального законодательства, но и федерального. То есть у вас нет определенного места, да, где вы это складируете, откуда вы это вывозите? Евроконтейнера тоже нет. Данному предпринимателю в соответствии с законом Тверской области об административных правонарушениях грозят достаточно серьезные штрафы. То есть это от 50 до 80 тысяч рублей. Кроме того, в соответствии с требованиями правил благоустройства города Твери, данный предприниматель обязан будет за свой счет свалку мусора убрать. Ситуация, когда жители просто не доносят мусор до контейнера и оставляют его там, где хотят, характерна для всех районов города. Убирать стихийные свалки приходится периодически силами муниципальных предприятий. На это тратятся бюджетные средства, которые могли бы быть направлены на благоустройство города. Департамент экономического развития ежедневно проводит мониторинг городских территорий и ведет диалог с горожанами. Любой житель Твери может обратиться на горячую линию департамента по телефону 420790 и сообщить о несанкционированной свалке. Всех нарушителей правил городского благоустройства, как юридических, так и частных лиц, ждут серьезные штрафы.